Загляни в лавку у Вульфи и Нитрича. Продаем и покупаем серебро в Black Desert онлайн. Напиши нам ВКонтакте, Айске или Скайпе. Все данные под видео. Всем привет, ребят! С вами Нитрич и играем мы в Black Desert онлайн. Сегодня в видео немножко повеселимся. А именно, будем точиться. Есть у меня тут немножко точек. Итак, давайте начнем. Если у меня там есть лаки, то начну с пушки. Весь мод у меня плюс 5. Так, усиление. Да, есть, видите, плюс 6 фейлов, то есть плюс 6% к заточке. Плюс 6% это нормально, если точишь с 8 на 9. Так, вставляем камушек и погнали. Давай, заходи. 6 все-таки фейлов было. Оп, отлично. Стал плюс 9. Снимаем и поехали. Начнем, допустим, с броника. Точное усиление. Так, исключает шанс неудачи, нужен черный камень 5 штук. Снимает 10 очков максимальной прочности. Вот. Как видите, можно точное усиление делать. А мы будем так. Уж если не зайдет 5 раз, то если будет 5 фейлов, потом можно будет пихнуть и лук на 10, 10 5-то фейлами. Классно, конечно, сделали анимацию такую. Мне нравится, как сам процесс заточки происходит. Ну, а если кому не терпится, можно просто пропустить. Так. Уже три фейла. Ну что, как думаете, пихнуть? Плюс 10 или дальше броньку тыкать? Ла-ла-ла-ла-ла. Давайте, наверное, попробую. Поехали. Давай, заходи. Десятый, есть! Уф! Отлично, здорово. Хорошо пошло. Дальше идем. Камни уже на броньку по 200 тысяч, на пушку по 150. Ну, с первого раза зашло на плюс 6. Погнали, шлемак. Я думаю, где-то... Вообще, на Корее там по 300 тысяч, по-моему, камушки на оружие. Был получен титул «Золотые руки». Здорово. Воу. С первого раза это экономично. Вообще, конечно, если, допустим, даже есть деньги, да, то, как сказать, еще попробую выкупить эти точки с аукциона, вот я о чем. Я пробовал как-то вчера, что ли, ночью, в три, что там было-то, выставляли камни буквально... Ну, не знаю, была такая, в общем, ситуация, что я просто-напросто не успевал купить. Не знаю, может быть, какой-то уже автокликер на копчу стоит или чего, но никак не удавалось мне выкупить. Так, что у нас дальше? Перчи. Оп. Не пошло. Хопа.
Пошла броня. Броня пошла. Так, что там, шлемак? Нет, стоп, не шлемак, вот так вот. То есть, допустим, если вы точите оружие, то в любом случае вам придется, ну, нужны будут камни, чтобы у вас были фейлы, так сказать, на шмотках, и потом просто-напросто вы могли тыкнуть себе оружие. Хорошо. Вот защиты хоть. Меньше банок КП тратить надо будет. Так. Фейл получился. Так. Опять титул дали. Ну, будет 3-4 фейла, тогда пушку буду дальше тыкать. Что-то как-то неохота мне. Ну ладно, давайте дальше оставим на броне. Все-таки она уже 8-я. Вот сейчас. Если не зайдет, то... Блин, зашла. Ладно, похер. Зашла, так зашла. Скупать точки, блин, ты стоишь на аукционе, ждешь эти точки, еще не вариант, что ты их купишь. О, это просто, ты тратишь кучу времени, ты не качаешься, не фармишь, просто стоишь на аукционе. Открою вам небольшой, как сказать, 14 на 15 один человек точился из клана, да? IDDQD. 51 фейл. Представляете, 51 фейл был на пушке, никак не заходило. Давай, давай, мочи. Е-е-е. Круто. Круто, круто, круто. Так, как бы сделать-то? Сейчас мы, наверное, вот так сделаем. На броньке набьем фейл, а потом дальше пушку воткнем. Так как она 9-я. Фейлы по-любому будут. Ну а потом тыкну оружие. Так. 3. И теперь пушка. Давай, пошла. Пошла, родимая. Был получен титул, сколько надо. Сколько надо. Сколько нужно, столько и надо. Так, а вот теперь самый прикол в том, что, допустим, если я сейчас бы точил дальше, были бы точки на броню. То есть я бы мог миксовать, допустим, довести на броньке до 7 там фейлов и потом точить дальше оружие. А так я сейчас, допустим, буду вбухивать просто точки. И там все будут фейлы, все это будет бесполезно. Короче, нужен лаг, нужно вот так вот химичить. Ну, в принципе, сам процесс вы видели и поняли, что к чему. Потому что, допустим, если я сейчас набью здесь еще лака себе плюс 7%, мне будет, блин, жалко будет тратить на плюс 10 броню. Я, конечно же, в первую очередь буду точить пушку на плюс 12. Даже если у меня будут копиться точки на броньку. Потому что в любом случае сначала нужно заточить оружие, чтобы быстрее фармить, быстрее убивать монстров.
Ну, сами понимаете. Так, ну давай зайди, последняя точечка. Ах, здорово, ладно. Осталась она плюс 7. Вот таким образом мы точимся. Так, сейчас посмотрим, что у нас там по показателям получилось. Ну здорово, защита 84. Никак не сравнится с тем, что было. Спасибо, ребята, что смотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, заходите к нам в группу ВКонтакте. Не забывайте писать свои комментарии, я всегда их жду, на них отвечаю с удовольствием. Ну и как всегда, всем удачного дропа. Пока-пока.